написано вам письмо за ваши труды. И скромное пожелание. Юбилей Ольги Лемаровой, руководителя окружного управления по делам несовершеннолетних и защите их прав, стал заметным муниципальным событием. Полный зал гостей и каждый со своим особым поздравлением. На протяжении многих лет занимаетесь настолько важным и в то же время эмоционально напряженным трудом, служением жителям Одинцовского округа, в целом всему округу. Ольга Георгиевна более 20 лет занимает свой пост. Все отмечают, что она сумела выстроить со всеми не только профессиональные, но и теплые личные отношения. Ольга Георгиевна – это красавица, талантливый руководитель. Знала ее еще, когда работала в управлении образования. Ольга Георгиевна проводила самые ответственные мероприятия по воспитанию нашего подрастающего поколения. Поздравить юбиляра пришли чиновники, депутаты, директора школы и правоохранители, и еще друзья детства. Все, с кем по работе и в жизни пересекается женщина, отмечали безупречную репутацию, которую заслужила Ольга Лемарова. Я очень счастливый человек, очень счастливый человек. У меня все сложилось. У меня прекрасная семья, в которой я родилась, выросла, и которая у меня сейчас есть. У меня прекрасная специальность. Профессионализм, умение выстраивать связи, вкус, а еще огромное количество детей, которых Ольге Георгиевне удалось вернуть к нормальной жизни. Вот заслуги, благодаря которым удалось заслужить уважение всего округа. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».